Хей, hey, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием «Однажды в Хэллоуин. Приглашение». Да, наш друг сдох, Джо, минус жизнь. Печально, так, меняющий объект, раз. Дальше, бла-бла-бла, тут ничего. Тут, видимо, понадобится какой-то нибудь волшебный предмет. У нас есть, сука, вот это. Бас-бас-ба, так, тут у нас пазл. Есть где-то пазл. Где-то пазл. Ладно, плевать. Значок ведьмы. Ага. Это не смотрится, да, у нас? Что нам дали? Это что, темный кристалл? Я вообще тут не вижу, что я могу, с чем могу взаимодействовать. Прикольно, а что сказать? А я не знаю, что мне делать. Ну, Джо лежит, отдыхает, ему нормально. Тумбочка. Я только с этим могу взаимодействовать. С комодом. Может, ты, типа, волшебный примет? Да, типа, в кристалл поглотилась темная энергия или типа того. Поехали. Так, сесть ее ебало. Пока это так, злостная женщина не явилась, нужно поискать тут все, смотреть. Здорово. Замок в виде золотой звезды. Интересно. Комната Энджи. Так, что это у нас? Ладненько, это у нас сумочка. Сумочку мы берем. Так, в комоде в этом доме закрыто на ключ. Хорошо, ключ. Картина. Циферблатик. Еще какая-то херь. Надеюсь, так пропала надпись. Можно табличку с надписью найти. Нужно открыть каким-нибудь плоской штукой. У нас что-то есть плоское? Нет, у нас плоского ничего нет. Так, надпись, кусочек чего-то. Эй, я видел тебя, давай влазь. Чертенок, как мишка мигать начал. Так, по идее, это сюда, да? Или что это? Монограмма, ну, правильно, монограмма. Ладненько, нет, значит. Сумка, сумка, чтобы не мешала. Детали, циферблаты, пу-пу-пу-пум. Так, здесь один еще пазл где-то, но у нас еще один закрытый комод целый. Па-пара-па-пам. И где... Ага, еще там статуэтка есть. Так, дощечка, три зубец какой-то нужен. Ага, линейка, стоять, плоский предмет. Так, циферки. Таймер все подрублен. Так, это у нас к сумке. Что мне делать нужно? А, все, так. Ну, ты сразу меняешь, да, сразу меняет. Ну это типа легко или нет? Что-то не понимаю. Ну, я сделал. Или как? Или как? Я не понимаю немножко. Сложно. Ладно, делаем так. Так. Так, вот так, и так, и вот так, и вот так, и вот так. Мне нужно, чтобы типа в одну линию, да, ну не сложилось, или что? Ладно, пропущу. Я не понял, что там было. Не суть, там какая-то херня. Глупая головоломка не для меня.
Так, сто пудов стрёмная кукла, которая меня напугает, да? Нет, так, тапочки. Давай, напугай меня. Может, кукла нужна соска? Соска. Так, не хватает наш... Тык-тык-тык. Так, надо вношить счетчик. Зачем ты вышел? Тыква. Куда нам на тыкву нужно было сунуть? Стоять. Сюда. Так, раз, два, кусочек. Обычно с пером изображен мудрая сова. У нас совы нет. Вот сова есть здесь. Так, а что мы подобрали? Так, гробик. И все. Больше у нас ничего нет. Так, я также таким... Так, пока детский строил, а надо проникнуть внутрь. Могу я с тобой зацепить? Нет. О, стоять. Кнопоча. Кнопоча. Кнопоча, кнопоча. Раз кнопоча. Теперь ищем ключи от сундука. Кнопоча. Сейчас мы внутрь попадем. Ложка... ложка бантик за... Заплатка, булавка, яблоко, игольница, ручка, лошадь, серьга, статуэтка, скрепка, звезда. Так, ключ куда? А, пускай лежит. Так, подожди, игла в иглу, да? Нужна еще игла. Тык. Так, 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 ложка, яблоко, статуэтка, скрипка. Так, ключик, ключик, ключик стоит. Так, я не понимаю, что... Что такое? Что ты так медленно передвигаешься? Сенсор. Ты должен быстро передвигаться. Так, звезда, бантик, заплатка. Бантик, бантик, бантик. Бантик. Скрепка. Это скрепка, да, скрепка. Это даже булавка. Нет. Где скрепка стоять? Серьга, яблоко. Лошадь. Так, лошадь, яблоко. Заплатка. Что такое заплатка? Вот это ты заплатка? Нет. Ножниц. Заплатка? Нет. А, закладка может, блядь, для книги? Нет. Конфетка. Ах, так сложно. Ручка. Надо колпачок надеть. Скрепка, заплатка, серьга. Вот серьга. Заплатка. Ага. Классно. Скрепка. Хорошо, давайте скрепку искать. Скрепка, 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 скрепка. Заплатка еще где-то. А, вот так скрепка тем. А вот последнее я не буду. Заплатка. Заплатка, заплатка. Я думал, закладка сначала для книги, вот это типа веревка, потом такое, что нет. Где заплатка, блядь? Ладно, подсказка. Изменяющиеся предметы. Окей, шкатулку и так я видел тут. У-ху-ху. В смысле, придется поискать решение получше. В смысле, вот сердце ж. Окей. Вот на что. Так.
Запчасти есть. Черепок. Это у нас надпись. Надпись, которая нужна нам. Портреточка, вот это там. Ты ж, ё-моё. Чем так сложно? Блять, это так долго будет. Хотя нет, да. Я не хочу эту головоломку, она слишком тупая. Ну как, она не тупая, да? Ну вот это каждую деталь перемещать на одну ячейку. Нахер надо, ладно. Ключ от комнаты. Какой комнаты? Где-то здесь. Ага, все вспомнил. Я не знаю, что у меня мышка. Сейчас мы в комнату забежим. Только время дохера терять за вот эти головоломки. Так, вот о чем говорит Джо. Отсюда я смогу попасть в потайную комнату. Войдите в кабинет злодейки. Ну вот так, откройте проход в потайную комнату. Тихо! Зомби. Так, звезда. Соска. Давайте сразу смотреть, что здесь у нас есть, потом все пойдем. Так, запчасти, шкатулка. Можно чем-то. Угу. Клавишу украл, зачем мне спрашивается? Ту-ту-ту. Башочка. Так. Тот посторонний, который меня спас, наверное, и есть один из союзников. Портал закрыли не до конца, потом, как видящие иногда им пользовались. У них в тот. Так. У них в то. В том другом мире даже был сообщник. А в другом, другом мире. Так, видимо, тут стояла какая-то нибудь статуэтка. Стоять, у нас статуэтка есть, но она сломатая. Так, хорошо. Все или еще что-то? Плоскогубцы. Мы сейчас столько вещей понабирали. Головы нету. Так, это мы сейчас пойдем к кукле. Кукла здесь. Кукла здесь, кукла здесь. Маска. У нас с вами собрана статуэтка. Значит, возвращаемся сразу в эту комнату. Или это тут? Нет, это не сюда. Нет, вот статуэтка. То есть что происходит? А, супер прочное стекло, это понятно. Нет, голова тут нужна. Трезубец. А где у нас был трезубец? Трезубец. Ключ. Это, наверное, комната дочери той злодейки. Надо тут осмотреться. Так, стоять сюда. Или нет? Трезубец. Голова, видимо, сюда. Статуэтка. Готова. Так, у нее еще что-то на ботинках. Да, чего-то не хватает. Сложно. Что здесь? У нас плоскогубцы есть. Плоскогубцы. А, я могу плоскогубцами обрезать. Я думал, я сначала должен сыграть на этом, чтобы типа струнки полопались, либо типа того.
что делать? А? Не понял. Ох, очередная... А? Мне нужно их так сделать, чтобы они все, да, попропадали? Как узнать, что из этого ходит, а что нет? Я ебал. Я ебал рэп. Что делать? Оно не двигается, я не понимаю, оно что-то двигается, что-то нет. Вот это двигается. Это двигается. Хорошо. Это не двигается почему-то. Так, хорошо. Сюда. Готово. Так, запчасть. Хорошо, это у нас последнее, там где был чертик. Туэточка. И в ту комнату вошел. Статуэтка. Шкафчик, поехали. Раз знак, два знак, три знак. Паук, паутина, типа рыбы. Круг, паутина, змея, крылья, ящерка, шар, единорог. Короче, мне золотые просто детали нужны. Так, вот еще перо. Паук. Так, ящерка, или это рыба, походу, да? В этом какая-то херня непонятная. А, ну это змея точно. Так, какая-то находка. Думаю, это пригодится. Хорошо, какой-то знак. А где-то мы такой тоже видели, да? Шкатулки какой-то. Шкатулки. Так, здесь нам нужен слон, либо этот. Хорошо. По карте пойдемте тогда. Слон и клавиши. Сразу клавиши. Давайте. Сова у нас тут была. Ладно. Сова у нас была. Я вспомнил, где у нас сова была. Сейчас сделаем здесь все дело. Сова у нас была в задней комнате, здесь на полке, когда нам говорили, что книга, учение, что-то там. Сова. Готово, возвращаемся сюда, ставим звезду. АЕФ. Все, да? Что-то было быстрым. Это было быстрым. Похоже, сработало. Дрянная девочка. Ну, теперь ты никуда не сбежишь. Мама, прекрати. Я не хочу, чтобы ты из-за меня страдала, другие люди.
Эти чудища тебя обманывают? Не верим. Энджи, отпусти меня. Прости меня, мое желание величать дочь ослепило меня. Ты нужна потусторонним, твои силы могут помочь им завладеть миром. В тайной комнате есть портал, который соединяет два мира. Со временем его защитные силы ослабили. И я помогла некоторым из потусторонним через него пройти. Но есть способ закрыть портал раз и навсегда. Ты должна найти магическую печать в потустороннем мире. Там спрятана волшебная лупа, которая поможет тебе найти руны и закрыть портал. Возьми вот этот кинжал, он тебе пригодится. Так, открывайте проход. Да, попадите в посторонний мир. Амулет, портал. Подождите, мы где-то это что видели. Такой формы, да? Стоять. Здесь еще где-то пазл есть стоять. Где-то пазл. Тот пацан, который меня спас, наверное, это он и есть. Так, запчасть. Фрагментик, что по фрагментикам? Так, ну это собрано, это собрано. Здания, вампиры. Ой, так мы собираем сразу и на несколько. Я думал, мы только на один сразу собираем. Я думал, там мне сейчас еще там дохера серии будет. Фиг там. Ну да, в принципе, не так много осталось. Вам погнали. Мэри же мне дала какой-то амулет, надо, наверное, им воспользоваться. Давай. Либо нас обманывает. Соберите пары. Ты имеешь в виду по знакам пары? Так, два... А, они еще плюсы меняются. Класс. 24 вижу, ладно, человечки, 24. Бац, бац. Энки. Кэм. Готово. Вот это да! Тут и правда зеркальное отражение нашего мира. Вот о чем говорит Мэри. О, как нам повезло! Ты к нам сама по подобной воле пришла. Пришла. У нас ножик есть. Ножик. И чё? А, мне типа нужно, чтобы она не зацепляла, да? Слушай, ё-моё. Блин, он начинает меня типа атаковать, зараза. Так, слышь, а ты разве до чего-то коснулся? Ну, ладно. Мне вообще, походу, да, нельзя, чтобы они касались? Так это сложно, камон. Хотя бы здесь у меня этих нету жизней. Ебанутый? Скажи, пожалуйста. Да ну блин, а что за фигня? Не беси. Я не успею. Типа они по-любому касаются меня. Иди ты нахуй, я говорю. Изи. Нет.
Так, вот это да, я победила это страшилище. Найдите волшебную лупу. Лупу-лупу. Теперь у нас здесь, да, дом выглядит? Ага, у нас теперь... как? Ну, вам прикольненько. Давайте смотреть. Ну, довольно все, да, мрачно здесь изменилось, но там пострашнее было. Так, какая-то херовина закрыта, еще один амулет нужен. Это здесь можно любой сторожен, так, палкой сломать. Сумки. А, как только я найду эту лупу, я смогу найти эту руну. Только с помощью волшебной лупы можно найти руны и восстановить портал. Так, могу я тебе выковыркать? Могу. Так, я, видимо, так, возведен магический барьер, который нужно собирать какие-то специальные талисманы. О, амулета где-то был бриллиант, надо его применить. Так, бриллиант. Так, у нас все меньше и меньше остается. О, меняющая деталь стоять. Так, тут больше ничего такого нету. Где-то пазл находится, значит, и не вижу. А, не суть. Лава горит. Ужас, какой этот двусторонний мир жуткий и странный. Ни хрена себе. Вот это херовина, да, жутковатая. Здесь плюс. Так, мне показано, что здесь все нужно сделать. Так, пробка. А, ну с пробкой я знаю, что мне делать. У меня есть... Я не знаю, сколько я им уже с этим хожу, этим. Открывашкой. Песок, фрагмент. А, еще нужен один. А разве у меня их уже не все? Кажется, все уже. Или у меня опять забаговалась игра. Вон какие мне руны нужны. Не понял прикола. А, это типа изначальный рисунок, я понял, все. Так, последний фрагментик. Нет, стоит, это вообще другой фрагмент. Это, скорее всего, амулет сюда. Да уж, нужно поскорее закрыть этот портал раз и навсегда и поскорее убраться отсюда. О, стоять! Приятель, я вы видел, 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 видел. Показывайся. Клоун. Так, у нас еще скелет остается, йети и Франкенштейн, безумный... А, еще и вот тут у нас кто-то. Еще там кто-то. Я найду эти руны, вот чтобы то ни стало. Печати со временем слабеют, и потусторонние могут попасть в наш мир, но волшебные руны помогают восстановить защиту. Птичку возьми. Птичка, птичка, птичка. Нет, куда? Какая-то шестеренка. Так, ударить чем-то тяжелым. У нас ничего такого нету. Тыква. Тыквандо.
Есть у нас что-то есть. О, фигурка. О, вот так. Так, а мне нужна это, слышите, деталька. Мне нужна часть по... А, пазла тут больше нету, все, значит. Что мне дали? Молоток, молоток, молоток. Мы и здесь видели. Раз, раз. Орел. Бац, бац. Еще одна шестерня. Ты сюда шестерни нужно? Да. Так, брошка. Чашка, чашка, ложка. Это расческа, ладно. Рука скелета и ваза. От опытный следопыт. Удивительный, так, мудрец. Потрясающе. Нас осталось еще тут довольно много. Так, какая-то находка, думаю, это пригодится. Тенисфера. Почему мне все тебя еще показывают? Не сюда нужно? Зачем так сложно? Бля, я сломал! Я сломал, я сломал, я сломал, я сломал. Ну? Блядь, она зацепилась за ту херь. Держу в курсе. Ага. Не, ну это ладно, более-менее, но прикольно. Как мне тебе так взять? Оп. Хоп-хоп. Она зацепила ее. Ладно. Пойдем по этой стороне. Опять сломал. Опять сломал. Ладно, не, лучше через одну делать. Сука. У меня без выхода здесь, да? Мне сразу верхнюю нужно брать. Тогда как-то так.
Готово. Ни хрена, чего вы мне не говорите, что уже время 35? И что мне делать? А, мне вниз нужно. А чё вы не говорите, что уже 35, ё-моё? И мне уже серию нужно заканчивать. Давайте так, я закончу серию, если вдруг что там... Объединю их, если там уже все. Поэтому, сейчас закончим эту головоломку и... GG. В смысле, блядь? Чё ты вышел? Да чё ты ебанутый? Тупое создание. Тупое создание в виде пучка света. Ты бесишь. Типа, сейчас он нормально, а почему он последний не может пройти? Ой, блядь. Класс. Вот почему? Почему? Ты ж на ровном находишься. Почему? А, меня ж царила шопа. Найдите руны с помощью волшебной лупы. Волшебная залупа. Не лупа, а залупа. Начнем отсюда. О, и а, просто навести. Да, да. Готово, next. Это все шустро происходит. Слушай, я так залупу использую волшебную. Что-то ни хера не пикает. Не точно здесь задание? Не. А чё я в этой комнате лазю стоять? Мне соседняя нужна. Да-да, закройте портал. ЮТВ мне не нужно нахер. Так, закройте с помощью руны. Человек, у тебя получилось? Она засала назад в наш мир. Все, портал закрыт. Мэри арестована. Думаю, наш мир теперь в безопасности. Покойся с миром. А я сделаю все, чтобы исполнились твои желания. А да, как бы все. Однажды Хэллоуин, приглашение, коллекционное издание у нас завершилось. И правильно, что я все-таки... Вы прошли основную игру, теперь вы можете пройти бонусные главы. Ее можно найти в бонусах раздела основного меню. Так, давайте бонусы.
Тайная комната, фигурки, альбомы. Тебе нормально сидится, челик? Давайте альбом сначала чекнем. Здесь у меня все. У меня здесь вообще не собрано. Скорее всего, это бонусная глава, да? Фигурки. И фигурки у меня не все. Тайная комната. Пройдите бонусной главы, чтобы открыть тайную комнату.